Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Как выглядит Ляйсан Утяшева без нарощенных волос и косметики? Гимнастка показала смелое фото. Многие инстадивы могут позавидовать смелости российской спортсменки Ляйсан Утяшевой. Совершенно недавно гимнастка опубликовала предельно честные кадры, на которых ее можно увидеть в природном виде. Известно, что на днях знаменитость побывала на показе модного дома Saint-Laurent в Париже. Предлагаем вам ознакомиться с новыми фото. Стилисты хотели, чтобы Ляйсан выглядела на мероприятии эффектно, поэтому посоветовали ей снять нарощенные волосы. Оказалось, что у гимнастки и ведущей шоу «Танцы» в действительности короткая и не слишком объемная прическа. Кроме настоящей шевелюры, Утяшева продемонстрировала себя еще и без косметики. Бывшая гимнастка заметно похудела в последнее время, что отразилось на состоянии ее кожи. Фанаты заявили в соцсетях, что у Ляйсан без макияжа слегка болезненный вид. Тем не менее, с этим можно поспорить. Гимнастка сказала, что экстремально сбросила вес намеренно. Ранее она жаловалась, что после рождения дочери Софии у нее не получалось избавиться от лишних килограммов. В итоге она жестко ограничила себя в питании и села на диету. Ляйсан удалось вернуть себе прежнюю форму, которая была у нее до рождения дочки и сына. Фанаты под новыми фото Ляйсан оставили такие комментарии. Невероятно эффектный образ. Ляйсан без сомнения украшение этого вечера. Ляйсан, поверьте, ужасный мейкап. Вы худая как струна. Перестаньте издеваться над собой. Вы со своей семьей вызываете только восхищение. Ляйсан молодец, шикарно выглядит всегда. А что на этот счет можете сказать вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.